Слушайте, ну после долгих рассуждений и думалок я все-таки решил по советам подписчиков передвинуть шкафчики. Когда у меня руки еще до поликарбоната дойдут, не знаю. Но зато сейчас шкафчики стоят на своем месте вдоль стены. Дождик на них попадать не будет. Так, я их сейчас выставляю. Вон, видите, плитку приготовил, болгарку подготовил подрезать. И вот сюда вот подставить. Выставляю по уровню, в общем, шкафчики. Вот эти два сейчас поставлю. Стол надо будет. Я его сейчас отодвинул, пока надо мне его развернуть, поставить. Этот шкафчик тоже переставить. И знаете, что еще сделал? Правда, я вам не показал весь процесс. Как бы показать-то? Ну, провод, видите, идет. Там розетка двойная. Она пока болтается у меня. Наружная. Сейчас я вам покажу. Вот она. Я вот стол поставлю и буду смотреть, буду думать, о, куда ее удобнее установить. Может вообще к столу прикрутить даже сбоку. Вот. Освещение сразу надо будет бахнуть над столом. В общем, сделать с этой стороны рабочую зону такую хорошую полностью, чтобы она удовлетворяла всем моим потребностям. Этот шкафчик тоже сюда сдвинем, а здесь поставим там мангал. А вот коптильню, думаю, можно даже и прикрутить ее или к забору, или к шкафчику также прикрутить. И все. В общем, что думаете, напишите по этому поводу. Может, что посоветуете?